сегодня будем снимать видео про собаку. Злой? Ой, как она рот открыла! Не пилотика. Он сейчас... Пилотик боится на него. Пилот боится, пожалей его. Не бойся, пилотик, она не настоящая. Дрозд прям. Пилотик, я тебя обязательно отпущу. У нас есть карточки с разными цветами и разным количеством косточек. Какая тебе карточка выпадет, столько косточек и такого цвета ты должен будешь достать. Давай. Так, я перемешиваю карточки. Любую доставай. Не подглядывай. Вот эту. Покажи всем, сколько там косточек и какого они цвета. Классного. А сколько их там? Раз, два, три косточек. Щипчики бери. Нам нужно будет этими щипчиками достать три косточки. Красного цвета обязательно. И чтобы тебя не поймала собака, пока она спит. Начинаем? Давай. Все, он спит. Видишь, храпит как. Храпит. Давай, аккуратно. Ого, не смог вытащить. Он тебя поймал. Он опять спит. Ты только одну достал. Поймал синюю косточку. А надо было красную. Неправильно. Давай, он опять спит. О, рычит как. Как рычит. Поймал. А давай еще. Нюхает. Рычит. Видишь, ты его как злишь. Воруя у него косточки. И доставай красный косточек. Какой злой пес у нас, да? У вас два три. Давай ее назовем Гена. Пес Геннадий, да? Да. Хорошо. Это как из Барбоскиных, что ли? Да. Да? Он похож на пса? Давай. Разве пёс Гена? Я её назову Гена. Да, хорошо. Точно Гена. Точно Гена. Ох, он злой Гена. Спит. Ух ты, сразу две вытащил. И не разбудил Гену нашего. Да. Еще одну надо вытащить. Ага. Вытащил, что ли? Ну-ка, покажи. Давай еще доставай синий. Смотри. Он съел косточку? Да. Воруй у него еще. А давай все. Вытащи все кости. Хорошо. Бери щипчики. Вытаскивай все кости. Все косточки у него воруй, пока он спит. Он еще не проснулся. Ага. Наш Гена опять спит. Надо вытащить все-все косточки. Давай, все-все вытаскивай. Можешь пальчиками, можешь не щипчиками, можешь пальчиками, чтобы легче было своровать. Всем пока-пока. Мы будем с Геной. Я буду его кормить Гену.